Я очень рада, что мы именно сегодня, сегодня открываем наш новый сезон, как мы говорим, потому что у нас не учебный год. Мы с вами почти концертная организация, вся школа, я имею в виду, потому что столько концертов приходится, да, выступать намного. Поэтому мы сейчас тоже начнем с музыки и исполним для вас прям сходу русскую народную песню в обработке Лядова «Во лусях». Слава Твоей, слава Твоей, слава
наших новеньких ребят. У нас в этом году очень маленький приход, да, встаньте, пожалуйста, наш приход, в отличие от прошлого года, когда было 30 человек, в этом году у нас всего лишь 11, ну вот так это сейчас уравновесится. Вот это ребята, которые с нами впервые поехали, трудились, занимались, и все всегда получалось, но это тоже нормально, но очень надеемся, что вы будете продолжать расти, совершенствоваться и станете настоящими веснушками. Поздравляем вас еще раз. Amore tutto.